Тюмени создан самый крупный в России лесопарковый зеленый пояс. Его площадь составляет около 67 тысяч гектаров. Это результат совместной работы общественников, правительства и депутатов региона. Они смогли убедить федеральный центр пересмотреть законодательство в части сохранения статуса особо охраняемых территорий, включаемых в экологическое кольцо вокруг городов с развитой промышленной инфраструктурой. Первая работа общественников, она привела к тому, что мы не могли туда включить некоторые территории, так как они носили уже более жесткий охранный статус, и если их нести в лесопарковый зеленый пояс, то статус сразу становился мягче. Поэтому мы его не защищали, а разрушали таким образом леса.